Всем добрый день. Это эксклюзивный репортаж специально для нашей мамы. Она его и организовала. Мы находимся на лавочке у Яриного подъезда. С Ярой мы не виделись уже больше полугода. С того времени, как сломали Татошину любимую площадочку. Вот Яра нам обещала подойти через 2 минуты. Через 2 минуты мы ее пока ждем. Сейчас она придет. Сейчас придет. А Татоша пока мониторит ситуацию. Где Яра? Где Яра? Папа пока прервется. Хорошо, Татоша? Ну-ка. Все хорошо. Папа пока прервется. До следующего включения. Ко мне повернись. Иди ко мне повернись. Ложись. Ну, ложись. Нет? Татоша. Ну, хоть и не знает, что затевается. Но почему-то чувствует, наверное, собака. И волнуется. Тоже волнуется? Папа тоже волнуется. Иди к папе. На коленке пока. На коленке пока к папе. Иди. Ну, Татоша. Татоша. Лавочку нюхаешь? Да, тут сидел Татошенник. Стой. Стой. Так, папа выключается. Ну, буквально на мгновение, наверное. Яра, как всегда, появилась неожиданно. Неожиданно. Ой-ой-ой, осторожно, у него этот ошейник. Осторожно. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Ох, это тоже. Я тебя люблю, обожаю. Ой-ой-ой-ой. Хороший пацан. Это мама наша. Хороший пацан. Да я у меня сегодня денек такой. Ой-ой-ой-ой. Татоша, невзирая на то, что... Ой-ой-ой, дождался свою Яру, дождался. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, какие мы молодцы. Да, Татоша. Ну вот, полгода, почти больше полгода не виделись. Наш ролик, но главный стоит ваш ролик, где вы на площадке там... играли, бегали. Он главный уже 104 просмотра. К нам редко заходят, но зато вот. А этот ролик специально для мам. Специально для мамы. Специально для Яры. Как дела? Нормально. Ну, слава богу. Там мы на большую площадку только ночью иногда заходим. А так гуляли там. Можно сейчас зайти, там все равно никого нет. Ну, пойдем. Пойдешь? А у тебя есть время? Так, ну давайте мы выключаемся и пойдем на большую площадку. Там папа Татошу отпустит, и он покажет Яре свои выкрутасы. Пойдем, Татоша? Где морда? Итак, морда собачья. Счастливая морда. Видели вы когда-нибудь счастливые морды? Вот она, счастливая морда в Яриных руках. В счастливых руках. Так, выключаемся, пошли на площадку. У нас включение. Мы... с Татошей и с Ярой пришли на самую огромную площадку. Тут, конечно, никого нет, кроме нас. Яра бросила ему яркий красный мячик, шарик, который мы потом заберем. Ладно, Яр, потом. Ну. Еще Татоша у нас такой. Он у нас, Татоша, деньги нашел. Деньги нашел. Татоша у нас денежная собака, мыслящая инако. Вот так вот. А куда мячик? Мячик в зубах. Вот так что мы теперь при деньгах, при бабках. Это Яра, убери. Надо одну взять монетку и по лбу ему, ну, сверху потереть. Он еще потом найдет побольше. Да, Татоша? Яра, положь. Ну, ты зачем ты? Все. Все, пусть бегает. Ну, сейчас он это. Ему сейчас надоест, он бросит мячик. Так, у меня там есть эти мешочки. Мы его потом в мешочек положим. Ну, это. Так что. Ну, Татоша, где Яра? Где Яра? Ну-ка, играйте с Ярой. Ну-ка, кто? Опа, опа. Опа, 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 опа. А папа сейчас, опа. А Татоша, не, смотри, может это укусить. Он же у нас такой совсем. Не обращай внимания, сейчас он бросит. Татоша, ну нельзя, это же Яра. Яра тебе мячик дала. А ты жадный. Ну ничего, сейчас. Я заберу, пусть. Татоша! Мы сейчас, знаешь, что сделаем? Я сейчас
Я выключусь, пойду мешок возьму. Ну, вон там эти мешочки. Да. Вы с ним будете, а я спрячу мячик. И он, во-первых, и грязный уже. Татош его застолбил. Вот так. И вы будете поиграете, лучше побегаете. Папа выключается. Папа пока выключается. У нас очередное включение. Наконец-то мы у Татоши забрали Ярин мячик и спрятали его. Теперь Татоша и Яра полностью могут посвятить друг другу себя. Татоша, Татоша, ну, Татоша там что-то вынюхивает, вынюхивает. Вынюхивает. Фу, фу. Там, наверное, кто-то оставил какую-нибудь метку. Ну, Татоша, а сейчас еще побегаете чуть-чуть, а Яра попоет Татошу водичкой. Папа сегодня, с сегодняшнего дня открыл питейный сезон. Взял с собой термос с холодной водичкой специально, чтобы можно было попоить Татошу. Но Татоша сегодня будет пить вообще из этих вот любимых ручек. Из этих бархатных ручек. Соскучился? Соскучился? Соскучился противно. Ой-ой-ой, Яр, не поднимай его, не поднимай. Ой-ой-ой. Сейчас мы еще чуть-чуть и подойдем к лавочке. А то тоже уже в чинке. Да, лето надвигается. Вон этот, ой-ой-ой. Иди, иди за Ярой. Сейчас мы пойдем к лавочке. Сядем на лавочку. Вы с Ярой сядете, а папа вам принесет водички. А папа принесет водички. Вы сегодня с Ярой сейчас сядете на лавочку, а папа вам как официант принесет. Скажет, не заказывали ли вы холодной водички? Не заказывали вы? Не, Татоша, иди к Яре. Иди, а папа пошел за водичкой. Иди к Яре, папа за водичкой пошел. Иди, выключаюсь, папа, пока. А то у папы всего две руки. Так, у нас включение, как мы вам и обещали. Татоша пришел на водопой. Своей звериной мордой. Сейчас Ярочка его поет. Вот. Но папа еще сказал. Татоша, Татоша, перед выходом, попей водички. Налил ему. Вчера вечером собирались гулять. Он полную чашку выпил. Перед тем, как гулять. А сегодня что-то заортачился. Ну ничего, папа сообразил, как надо делать. А тут тем более еще Яра. При Яре-то выкобениваться не пить. Себе дороже, себе дороже. А то Яра заругает, скажет, ну-ка, Татоша, быстро пей. Сегодня ветерок, солнечно, плюс 16 градусов. Сейчас Татоша, скорее всего, порцайками выпьет весь термос, термос пол-литра. Ну, ничего, это хватит, чтобы утолить жажду и прийти домой. Там его ждет еще порцайка. Давай, Татоша, давай, да, четвертую давай. Опа, опа. Вот так, вот так вот, вот так вот, вот так. Вот хорошо, когда есть помощница, которая наливает воду. А папа в это время снимает самые интересные моменты. Еще больше? Мокрый, да, ну, а сейчас еще, сейчас. Ну, Татоша еще. Ага. Ну, он пол-литра за раз спокойно выпивает. Там что-то осталось еще? Да. Ну, все, все, хорошо, хорошо. А мы потом ему еще, если вдруг. Давай. Потом, в случае чего, еще попоем. Ну, папа сегодня из-за того, что будет чесать возле дома. А то эти дни было прохладно и грязновато. И мы гуляли, гуляли в комбинезоне. Поэтому ну, папа все равно его чешет. Ну вот, этот сюжетик войдет в общий сюжетик нашей сегодняшней прогулки под названием «Пес Татоша, водопой из милых рук». Все, папа выключается. Мы пока отдыхаем, а Татоша мониторит Ситуевину. Да, Татоша? Ну? А Татоша в тенек уже начал прятаться, в тенек. Ладно, пока.